Друзья, давайте поаплодируем.
Супер нормально. Сбил и получил бокса. Вокруг людей, видишь? Чтоб не давить. Видишь, как они едут? Всех!
рублей. Он тоже показывает элементы безопасности рукавы езды. Он может уметь ездить на мотоцикле с сидя и лежа. И стоя в том числе и управляя руками. Сейчас станет. Сейчас они отстреливают. Хочу подчеркнуть, что на мотоцикле абсолютно стандартный патрульный, на котором он несет сумку и соответственно сидит. А вот он на обычной сетке укажет все. Чувствуешь, Шарнир? Серьезно? Вау! Друзья, вы не смеете, у вас мало связи. Вы, конечно, памятные призы, да? Призы благодарным зрителям. Thank you.
все в порядке, можно заканчивать дома. Thank you.
призер Rarastan Battle Cell, победитель этапов чемпионата Москвы, Григорий Талдыкин, друзья, аплодисменты!
на драйвере. А вот сейчас у нас Гриша исполняет очень сложный инструмент. Посмотрите. Еле-еле-еле-еле передвигается. Еще раз поаплодируем нашим спортсменам, которых я уже представлял, Павел Чёбаров, Никита Пустерстюк и, конечно же, Григорий Галдын. И мы двигаемся дальше. На нашей площадке уже появляются мототриалисты, и я с большим удовольствием представлю их вам. Итак, мототриал. Сегодня у нас будут представлять Сергей Пряхин, наградный призер и победитель соревнований по мотоспорту «Каскадер», мастер спорта. Кирилл Троиц, участник прошлого шоу-программ «Каскадер». Сергей Карачев, по-моему, мастер спорта по мототриалу. Наградный победитель и призер чемпионата России. Год мототриалу, один из лучших спортсменов в России. И, конечно же, внимание, дорогие друзья, Маргарита Кудрина, мото-леди, единственная девушка в российском мото-триале. Браво! Абсолютно сложно.
в очередной раз штурмуют наши ответы искусственные препятствия, которые у нас стоят на площадке и показывают всю красоту этого мода спорта. Младший брат Владимира Ерыгина, Михаил Ерыгин, серебряный призер чемпионата России по вольному фристайлу. 15 лет еще попробовать себя в вольном фристайле, и в 11 году он занял первое место в чемпионате мира по вольному фристайлу на этом джамп категории Викторе. Дело в том, что сегодня впервые в истории выступлений и мы принесли двоих атлетов, которые выступают на квадроцикле. Представляете? Равосин Дерусан, кандидат мастера спорта по мотокроссу. И Никита Пресвятюк, тот самый, который выступал в выступлении Сатраде, он еще высоченно летает на красную, друзья. Поэтому, конечно, для России это уникальное событие, что появились, конечно, люди, которые готовы, это историческое событие для отечества.
Козлов Б. Вам дарить самые яркие эмоции от сегодняшнего дня.